С вами Юлия, и сегодня я вам покажу свою шкатулку для украшений. В прошлом видео я вам показывала вот этот цветок тщательно. Ну и цветы так слегка были видны. И переплетенные такие растения я вам показывала. Там видно, наверное, вам. Да. И сегодня я решила рассказать прям про украшения свои новые и про сережки. Более подробно будет рассказано, потому что у меня сережек там очень много. И давайте не будем долго разговаривать и приступим. Откроем шкатулку, как вы видите, уже здесь зеркальце. А также внутри есть уже сережки. Давайте я вам покажу про висячие сережки. Вот у меня здесь пары есть такие две. Сейчас вот такие из клеевого пистолета. Ну, они обычные, просто я их сама делала по мастер-классу. И вот такие серьги, которые я сама придумала. Очень даже красивые получились. Сейчас мы их отложим. И здесь вот у меня есть еще такие серьги-гвоздики. Они... сейчас. Я чуть-чуть им больше уделю внимания, чем про все украшения. Вот здесь вот у них есть вот такие вот, как там, иголочки вот такие. Их вставляли... Это медицинские серьги, вот такие золотые. Их вставляли в степлер какой-то там, чтобы протыкать уши, и протыкали прям этой сережкой туда, вставляли сережку, и так протыкали мне ухо, и я пока в этих ходила сережку, но сейчас я их не ношу, потому что они с иглой, так, ну, также такие серьги, я не знаю, но они какие-то красивые, но они не серебряные, не золотые, а обычные, такие с камнем, и вот здесь застежечка. Я их не ношу, потому что я уже выросла, но я так люблю носить обычные серьги, ну там, в школу, потому что хожу. Вот мне прям уже не терпится вам сейчас рассказать кое-что про всероссийскую нашу контрольную работу. Она скоро у нас будет в апреле, а сейчас март. Сейчас 4 марта. Ой, мамочки, я боюсь. Ребят, поддержите меня, пожалуйста, лайками и комментариями. Так, дальше. У меня есть вот такие сережки. Обычные колечки. Здесь вот такие еще у меня есть колечки разные. Ну и там ключик от шкатулки. Здесь у меня еще есть цыганские серьги, как их называю. Вот такие вот большие. Так они смотрятся у меня. Тоже какие-то они цыганские. Здесь у меня даже есть цепочки разные. А дальше у меня здесь браслеты есть. Во втором отделении здесь такой Пандора. Многие обожают женщины такие браслеты от фирмы. Есть еще кошачьим глазом браслет тоже из церкви. И вот такой тоже. Православные лапки. И здесь там бусы лежат. И здесь браслетик обычный. Тут заколка есть. Такая обычная. Красивая. Дальше есть еще такое ожерелье. Ну и там обычная брошь лежит. Вот еще. Дальше есть нижнее отделение, в котором лежит браслет, мой самый любимый. Помада. Самая любимая моя заколочка. Ну и там ожерелье такие. И вот такое кружевное. И вот такие браслеты Шамбала, они приносят удачу. С ракушками и с бусинами, похожие на ММД. Очень эти бусины. Кому понравилось видео, ставьте, пожалуйста, мне лайки, подпишитесь на канал. Всем пока.